Здравствуйте, ребята, это снова Demonologist. Мы пришли сюда, потому что... Что? Потому что мы копим денежки. Что-то мне кажется, Abandoned House мы прям уже затерли. Пойдемте на Циклон Стрит. Что у нас там есть? У нас, по-моему, есть только термометр. Его мы с собой и возьмем. Все, поехали, уровень легкости. Уровень легкости сложный. Погнали, Циклон Стрит, и я, термометр и все остальное. Let's go. Так, что за задание? Давай сразу. Эктостекло, проведите ритуал, сидящий призрак. Это я могу. Это я все могу. Так, давайте забирать все. Будем все транспортировать к входу. К входу. Вот здесь все будем бросать. Здесь есть свет. Шикарно. Ой. Ну ладно, пусть там стоит. Все бросаем у входа, переносим. Ждем, пока температура опустится. Это советы бывалых демонологистов. Вот. Сначала все закинуть, потом идти искать, где температура пониже. А? Пока я все делаю правильно. Скорее всего, проблемы начнутся чуть попозже. Давай еще один фонарь возьмем. Че бы нет? Мне почему-то дают два. Хотя я вроде как в соло. Вроде как. Так. Мольберт. А мне, пожалуйста, термометр и вот эту штуку, да? Тут тепло. Тут свечки зажжены. Это нормально? Наверное, да. Так, бежим сюда. Идем медленно, чтобы температура успела опуститься. А то опять не успеет. Здесь все нормально. Лимбо! Жук. Что, на втором этаже, что ли? Вот здесь похоже на 15, вот смотри, вот тут где-то. Вот смотри, 15. Вот почти 10, но 15. А это комната считается? Can you talk? Are you here? Talk to me. Speak with me. How did you die? Hello? Пойдем наверх сходим. Can you talk? Talk to me. Can you speak? Он что-то кинул здесь? Такое ощущение, что да. Ощущение, что это было прям ЭМПшно. Я только не поняла, что на меня так повлияло. Как бы ладно. Там прохладно. Как ни крути. Дверь закрыл. Тут могут быть отпечатки. Пойдем сразу возьмем отпечаточный. Потому что эктоплазма от нас точно не уйдет. А закрытую дверь, где я еще пишу кошечки. Там был подлаг, поэтому меня не сильно напугало. Но на самом деле эффект был достигнут. Я хотела сказать, что где я еще закрытую дверь увижу. Я, кстати, не видела такой скример. Скример такой не видела.
Так, это тебе. Подожди, подожди, подожди. Да? Эктоплазма, чек. Так, это моя первая уличка. Can you talk? Can you speak? Speak with me. Are you here? Are you close? How did you die? Are you here? Пока не минусовая. И как будто бы без отпечатков. Надо бы побыстрее. Мне ж там еще миллион заданий выполнять. Можно побыстрее, призрак? Не хочу тебя торопить, конечно, там как-то. Матерь Божья, как красиво. Всего лишь. Всего лишь. Может, нам сюда поставить? Что, сюда нельзя? Да подожди. Так можно. Ты тоже иди сюда. Can you talk? Speak with me. Are you here? Are you lost? Are you pizza? Мне кажется, там сейчас минусовая будет. И вот она наступила. Так, ну тут нет отпечатка нигде. Дверь закрыта, отпечатка нет. Это же значит, что нет отпечатков, правильно? Правильно? Сама себя уговариваю. Минусовая. Ай. Упали. Это что такое? Свечки кругом. Что, что, что случилось? Что, что, что? Четыре. Ты кидаешься тут? Я опять сейчас останусь, блин. Can you talk? Are you here? Are you close? Can you talk? Кто у меня там? Мюлинг, Райдзю, демон. Микрофон. Рисунок на холсте. Райдзю, Райдзю, Райдзю. ЕСГ. Ну да, вот они мои. Мои кореша. Can you talk? Are you here? Are you close? Talk to me. Speak with me. Одиночки, легкая добыча. Источник огня. Не будет охотиться, пока не разозлю его. А, да? А я злю прям? Can you talk? Are you here? Хочешь, я свет выключу? Будем в интимной обстановке. Can you talk? Talk to me. Speak with me. Are you here? Говорили мне, купи видеокамеру, поставь и в фургоне смотри, как там красиво. О! Зашибись, кстати, картина мне нравится. Что-то в этом есть, декаданс. Так, ну пойдем тогда, подожди, мне надо взять вот стекляшечку. А тут, наверное, времени еще не будет, да? Сейчас, ладно. Сейчас, ладно. Пойдем на луку. Пойдем на луку, сделаем все по красоте. Так, а если там блокнот, то это кто, демон? Сказали, что он не будет на меня охотиться, если я его не разозлю.
А может быть, я его и не буду злить? Я просто аккуратно похожу, никому не буду мешать. Так, время смерти надо найти, сидящего человека и ритуал в пентаграмме провести. Эти все буквы мне знакомы. Пойдемте, может, сверху начнем тогда. Капец. Ай. На балкон, мне говорили в прошлый раз. Говорит, что-то не вышло на балкон. А я такая думаю, действительно, что не вышло на балкон-то? Странная какая-то. Взяла, не вышла. Так. Время смерти, выходи. Мужичка на стуле прихвати. Ой. Запрыгнула. О, пента, давай тут постоим. Опа, 10-15, хорош. Зафиксировали? Так, теперь ищем человека, который сидит на стуле. Это будет уже попроще. В туалете может сидеть? Вообще на изях, да? Главное не бесить демона. Так а чё, все? Мне теперь нужны часы, и я победила? Так. Обратно. Десять пятнадцать. Я проверю, чтобы все не было бессмысленно. Что-то у меня по мозге. 73, зашибись. Да, смотри, все. 10-15. Мне нужно еще 2 часов найти. Я буду побеждать Циклон Стрит. Так или иначе. Есть 15. Так, ну и последние внизу, наверное, да? Здесь вряд ли будут. Кто мне раздражать? Так, а тут нет часов. Тебе и раз.
А где часы? Чё? А в натуре часы-то где третьи? Реально на втором этаже все часы? Такое может быть? Если так. Вдруг в ванной часы, прикинь. Серьезно. Я первый раз встречаю, чтобы все часы были тут. А чё нам даже Димайнелла никакая не показалась? Чё мы на превью будем брать? Давай вот хотя бы рожу. Рожа страшная. Не рожь, кто-то с кровати упал. Нефертити. Ладно. Ладно, поехали домой от греха подальше. А то сейчас что-нибудь баганет, и нас тут сожрет, и мы все деньги потеряем, и термометр главное. А так хотя бы чуть-чуть подкопим. Все, зеркало мне эктоплазмическое не нужно. Я собираю манатки и еду домой к своему холодильнику. Ура! Это же демон! Ну, слушайте, он меня действительно, он мне не досаждал. Я его не трогала, он меня не трогал, у нас с ним некая синергия наблюдалась. Но смотрите, нормально, и левел почти подняли до 8-го, и денежек немножко как бы, да, отрастили. Ну вот, и при этом у нас есть кухонный гарнитур замечательный, где мы можем посидеть и съесть вот этот маленький... засохший кусочек пиццы. Я считаю, что все было не зря. Спасибо всем, кто смотрел. Пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь, если хотите поддержать канал. Ссылка на Donation Alerts, а также Boosty в описании под роликом и шапке канала. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.